Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки, ну, новые постройки тебя. Ну, я строю корабль, почти дострою. Что за корабль? Я. А, грузовой корабль. А там что-то тоже, да, есть? Ой! Это сейчас у меня было то чувство, когда на меня упал грузовой корабль. Всё. Сейчас я отсюда вылезу. Я в грузовом корабле оказался. Так, ну где тут вход? А, да. Понял. Куда идти? Ну, я еще башню самой сегодня доробил. Так, вот тут этот дым из обсидиана. Тут только конфетами, да, пользуются? Пока что, да. А он плыть может? А вот эти ящики, что им делать, тоже могут? Нет. Зачем они? Декор. Декор. Сейчас я посмотрю, может, там что-то может. Ну, ты куда поплыл? Не, ящики полностью сюда прикреплены. С ними ничего не сделаешь. Ладно. Можно я поплаваю? Сейчас, кресло поставлю. Ставь. Тучку поставь себе. Тебе может пригодиться. Так, ну корабль может медленно плыть. Что, ускоритель включил? Так, сейчас плыву подальше. Стоп, его даже ускоритель сдвинуть с места не может. Да, ладно. Корабль очень тяжелый, очень большой, очень красивый. Но мне вот эти коробочки понравились, но только жалко, что их нельзя переносить или что-то с ними делать. Ну стой, на месте стой. Зачем? Остановился. Приказу с Рокджина. Что? О, все. А что ты хотел сделать? Ну, быстрее плывет это. Быстрее скорость? Да, на 50. Ой, а это опасно. Тут еще корабль летать научится. Еще крутящийся момент на максимум если поставишь, тогда этот корабль летать научится. Поставлю. Ой, поставил? Он даже, смотри, для этих верхних палочек касается, его манится. Поставил? Ой, да. Мы встали на мель навечно. Что делать? Я знаю, что делать. Ждать, пока вон там проедем. Или включить включающий момент на максимум. Сейчас по течению развернемся. Ровно над пиццей подлетел. Все, езжу назад. Стоп, ты что? Ты переднюю часть убрал? Да. Давай ты будешь управлять. Я побегаю, посмотрю все. Парентики назад и вперед, Ида. Сейчас бы еще развернуться, конечно. Ладно, давай ты, бери управление. Ой, пакманы. Злые пакманы. Бери управление быстрее, а то они сейчас тут все сломают. Уже будет не на что смотреть. А, я упал в воду. У меня есть джетпак, спасай. 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 Тут еще есть помещения, которые я не видел. Вот. А, они недоделаны вообще. Отсюда можно смотреть на эти ящики. Ну, потише надо. Я, может, дострою вот завтра. Ну а что тут эти ящики стоят-то? Для чего они? Груз? Да. Ну сейчас, тут у одного ящика крышка сломалась, я могу посмотреть, что внутри. А внутри там есть лестница у него. Вон, я там вижу. Пусто. Ну из него, ну да, там пусто. Мы едем за грузом, короче. Вот тут гейзер внутри. Дым. Сейчас будет самое интересное. Крокодилы. Главное не пропустить. Крокодилы выходят. Крокодилы нас покушали. Еще корабль упадет вниз. Я сдох. Ты проиграл? Я ум. Как? Я пробовал и все. Питпол. Как? У тебя же кресло водителя. О, у домика остановились прям. Жду. Заходим в домик. Ой, домик без коллизии. Нет. Ой, я на домике. Крокодилы смотрят, хотят, чтобы я упал к ним. Кушайте меня, вы что хотите? Ну вот меня и съели крокодилы. Все, я на базу возвращаюсь. Так. В принципе, и бешеный мап построят. Не понял, что ты сказал я? А, все ты сказал? Да, уже все. А, я. Так. Говорящий шкафчик. Ты даже как у Обамы купил эту штуку. А что это такое? Бывает. Что это? Ой. Говорящий шкаф. А, стой, говорящий. Можешь заново загрузить? Я тоже хочу быть говорящим шкафом. Секунду. Так, а вот. А как в него зайти? Сзади. А, сзади. Коллизию включи. Что теперь? Просто стоять? Да. Все, включай коллизию, давай. Ой. О, летающий шкаф, блин. Просто ходи. Прикольно. А как ты сделал так, чтобы я летал? Ой. Ничего. Эх, я выпал из летающего шкафа. Веселый шкаф был. А ты показывал ангар? Да, только что. Не, другой. Какой? Даурит. Этот? Да. Такой я видел только на стриме. Вроде бы. Там пусто внутри. А кнопочку фиксацию выключи? Да. Это завод, как в мультиках про танки даже, похоже. Ну, только там чуть-чуть был не такой красивый. Ну, пока что нема декора. Ну, декора нету, пока только может закрыться. Чшк, вот так. И открыться. Чшк, ой. А, тут выход специальный. Вот это прикольно выглядит, как он открывается и как закрывается.
как будто шторки. Или как это называется? На сервоприводах. Ну, я понял. Я не про механизм говорю. То, что это красиво выглядит. Мы будем в ангаре. А, кстати. Что, кстати? Я начал дом строить. Дом? Ой. Да. Ты вообще, мне кажется, все за Обамой повторять начал. Ну, дом у Обамы тоже есть, ты дом строишь. Ты даже как у него этот штуку себе одел на аватарчик. Это как у него же другой дом. А вот и дом. Это что? Белый, типа. Ну, серый. Травка, деревья и дом. О, коврик даже есть. Трава. Это что такое? Лабиринты? Ну, в этом доме хорошо в прятки поиграть. А вот, я нашел второй этаж. Третий этаж. А, тут чердак. Тут я нашел стеклянную картину, в которой... А, это окно. Окно это стеклянная картина, я подумал. Так, тут что есть еще в доме? Сейчас я в дом зайду. А вот тут я походил, а это что за конец? Да. Тут можно поспать и все. Тут еще есть пару комнат. Холодильник, ладно. А тут ковер красивый. Ну, не ковер, а это. Ну, пол. И ангар, не рабочий. А нет, рабочий. Нажать на кнопку. Ну и все получается. Ну, и депо. Что? Что? Депо. А, я думал, портал никуда. И железная дорога, да? Ну, это все то, что ты не достроил, да, еще? Да. И в принципе все. Нема больше построить. Ну ладно, потом когда достроишь, тогда покажешь тоже опять. Окей. Все, спасибо тебе и пока. Пока. Ой, странный поезд. Всем пока.